Приветствую вас, дорогие друзья моего канала. Сегодня мое видео посвящено моей посылочке, долгожданным семенам, которые ко мне сегодня пришли. Это моя закупочка на полсезона, до августа месяца, для теплицы, для огорода и для продаж, потому что я занимаюсь рассадой. Также в этом году я решила попробовать посадить цветочные культуры. Это моя большая радость, поэтому я хотела бы поделиться с вами, потому что здесь есть много новиночек голландской селекции, которые, возможно, вам тоже было бы интересно попробовать на своем личном опыте. Поэтому хочу поделиться своей закупочкой и, возможно, мотивировать вас быстрее заказать семена и вам, потому что сейчас как раз начало самого сезона. И все самые интересные новинки, семена, особенно быстро раскупают миксованные расцветки цветов. Очень быстро это все закончится, поэтому нужно вам поторопиться и заказать побыстрее, чтобы потом не ломать голову, где же взять семена к началу посевного сезона, который вот уже начинается в начале февраля, а некоторые садовые и огородные культуры, например, петунию махровую, газанию, виолу, глоксинию, примулу, многие цветы я уже начинаю сеять в январе месяце. Так что сегодня вот мы посмотрим с вами разные семена, которые ко мне приезжают. Я думаю, что это будет приятнее сделать по такую вот легенькую музычку, поэтому я не буду вас сильно утруждать рассказами про каждую упаковочку. Здесь будет у меня много пачек с перцем, с капустой, баклажанами. Перец разный будет, и желтый, и красный, и болгарский, разные виды. Также у меня 3 пачечки огурцов. Кибрия замечательные, я просто влюбилась в них. В этом сезоне я брала большую профессиональную пачку на 100 семечек, и это просто. Они обалденные, вкусные, сладкие, я всем рекомендую. Один только их минус, это то, что они не такие высокоурожайные, как герман, например, тот же самый, которого хвалят. На 4 с плюсом, я бы так сказала, но вкусовые, просто великолепные у него качества. Поэтому в этом году я еще попробую такие огурчики, как кураж, потому что они тоже сладенькие, как бы, насколько я слышала, как мне их расхваливали, и более урожайные, чем кибрии. Соответственно, в этом году я посею половинку кибрии, половинку кураж и еще новые. У меня семечки 10, которые вы вот увидите. Также я очень рада тому, что у меня наконец-то в этом сезоне будут новиночки цветов. У меня грандиозные планы на них, 1000 семян я заказала. Это еще не последняя моя закупка в этом сезоне. Основную ставку я, конечно же, хотела бы сделать на петунии ампельной. Очень на пробу, потому что все-таки я еще не знаю, как у нас пойдут кашпо, но себя на участке я планирую все-таки украсить, развесить эти кашпо. И, возможно, если все пойдет хорошо, у нас все всходы будут крепенькие, тогда я закуплю кашпо и для продажи, и излишки реализую. А так у меня будет все-таки махровая петуния, та, которую можно будет высадить на участке и реализовывать в дальнейшем, и разные сорта по 500 штучек, у меня вот профессиональные пачечки, дальше внимательно смотрите, какие, у меня все миксованные, возьмите себе на учет, семена хорошие, голландские, всхожесть у них очень хорошая, в том году я уже пробовала одну такую пачечку, всхожесть была у них около 85-90%, поэтому рекомендую обратить на них внимание, и вообще просто цветы это очень прекрасные. Все, что самое прекрасное может быть у нас на участке. Также, вот видите, у меня много семян садово-огородних. Как я уже и говорила, это перец, капуста, баклажаны. Очень у меня в том году много спрашивали за острый перец. Поэтому, вот видите, я заказала по 5 пачечек каенского и красного. Хочу тоже попробовать его и у себя под полив на участке посадить. И излишки реализовать, так как, повторюсь, весной я сею
рассаду не только для себя, а и для того, чтобы потом ее продавать. Вот. Также, что еще интересного у меня здесь приехало? Также меня очень радует в этой посылочке семена капусты. Профессиональная упаковка. В том году я брала в маленьких расфасовках. Схожесть была не очень хорошая, около 60%. Возможно, для кого-то это очень хорошо, я не в восторге. В этом году я хочу попробовать вот такую вот упаковочку. Надеюсь, все будет с ней хорошо. Настрой у меня боевой. Сейчас я уже посадила примулу, глоксинию и виолу. В этот раз у меня вот приехали семена виолы совсем другого сорта. Немного, 50 штучек. Перед этим я заказывала вот 100 тритунии сорта виолы ветролобкой. Но в этот раз 50, так как у меня вот на 8 марта уже несколько есть. Я в этом году, повторюсь, буду только пробовать реализовывать как-то цветы. Посмотрю еще, как это пойдет, как у меня вообще они будут сходить, какая схожесть у этого производителя, у этого сайта, на котором я заказала. Все-таки это такое, январь — это время еще проб, ошибок. Если что-то пойдет не так, я могу еще досеять в феврале, потому что с начала февраля еще будут сеять. Поэтому я все-таки хочу перестраховаться и сейчас уже в январе начать свой сезон, так как сейчас самое время. У меня все мои всходы, все посевы будут находиться под освечиванием фитолампой. При температуре где-то 22-25 днем и ночью, конечно же, она спадает где-то до 19-20 градусов. Поэтому всходы сходят немного дольше, чем это заявлено производителем. Но все равно им комфортно, они не вытягиваются абсолютно, так как я вижу по своим предыдущим всходам. После этого, когда после пикировки их еще немного буду придерживать под лампой, так как у меня, конечно же, не очень много места, чтобы все мои тогда всходы поместить, поэтому самые малыши и те, которые только-только всходят, я буду держать 2 недели под лампой, а после того, как я уже распикирую, то я буду их выносить в более прохладные помещения, комнатку, которая у меня для этого предназначена. Они там будут уже находиться в температуре 15 градусов без освещения. С окна там будет на них досвечивать, так как, повторюсь, у меня места не хватит для того, чтобы всех досветить. Если что-то пойдет не так, они будут вытягиваться, то я, скорее всего, приобрету еще фитолампы и досвечу их, потому что буду смотреть по состоянию цветочков. Вот так вот. Поэтому вот, это мои семена в этом году. Еще я буду докупать семена томатов разных сортов, розовые, черри, красные ранние, средние, поздние я не беру, но все-таки томаты мы сеем в марте месяце, поэтому я еще не спешу с закупкой, это будет в следующем нашем обзоре. Так что, пожалуйста, смотрите, берите себе какие-то семена во внимание. Я вас благодарю за просмотр. Желаю вам удачного посевного сезона. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки, задавайте вопросы. Буду очень благодарна вам за комментарии и советы, как бы мне улучшить свои посевы, какие семена вы уже пробовали. Это меня очень интересует, так как я еще экспериментирую. До встречи, мои дорогие друзья, в следующих роликах.